Порадуйте себя и своих близких медом свежего урожая. На ярмарке меда в торговом центре «Комсомол» Российский национальный союз пчеловодов представляет более 80 сортов меда. С цветочной пыльцой, бортевой от диких пчел, сорт «Царский бархат», «Дягилевый мятный», любимый сибиряками гречишный, липовый, а также медовые композиции с добавлением чаги, черники и красного корня. Хочу рассказать о самом ценном пчелопродукте. Это пергаз с восковой молью и прополисом. В ней практически вся таблица Менделеева, все витамины, поливитамины, аминокислоты, которые полностью усваиваются организмом. Цены вдохновляют на покупку от 250 рублей за килограмм. Выставка продлится до 30 июля.